Всем огромный привет и особенно участникам совместного проекта «Прикладная вышивка», который организован Людочкой ВКонтакте, крестик за крестиком. Я сегодня решила сделать первый отчет, потому что я поделилась эту работу на какие-то логические куски. И вот первым логическим куском, по моему мнению, была вышивка, отшив вот этой рамочки. На рамочке нет бисера, здесь только нитки. И вот такая рамочка у меня в итоге вышла. Она мне безумно нравится. Вот эта шотландская клетка, она притягивает взгляд, она манит. Она заставляет присматриваться, смотреть, что за цвета. Сочетание теплых и холодных оттенков в этой рамочке меня тоже очень удивляло, когда я отшивала. То мне всегда казалось, ну какие-то несочетаемые нитки берутся. Осенних, красивых осенних оттенков, но все-таки мне казалось, что ну как-то очень несочетаемо. Здесь практически все нитки участвуют в этой рамочке. И вроде фиолетовый какой-то, да, сиреневый должен рядом стоять с оранжевым, с таким ярким оранжевым. И желтые цвета, и зеленый, и холодный оттенок, и теплый оттенок. То есть мне было удивительно отшивать вот эти цвета, но итог получился очень и очень красочным. Я пока безумно довольна. На следующем этапе я отошью тыковку уже полностью. Там и бисерная будет часть. И отчитаюсь по полному отшиву. Несколько слов, наверное, отвлекусь от самого проекта и просто покажу на эти ценники, которые у меня прикреплены. Потому что Оля, я умница, жаловалась, что они у нее не держатся. Но вот если вы посмотрите, они, конечно, не намертво прикреплены. То есть вот здесь концы торчат, то есть видно, что они как бы на грани. Но при этом нужно сказать, что они никогда сами не отклеиваются, не открепляются. То есть я вот что угодно могу делать с этим органайзером, и они все равно держатся. И мне, в принципе, их хватает на проект. У меня проекты недолгосрочные, не занимают такие... То есть у меня нет таких проектов, которые бы занимали год. Ну, я имею в виду вот эти органайзеры. Или больше. И поэтому я не знаю, как бы вели себя ценники в этом случае. Но вот мне хватает. Тем более их можно всегда легко, ну вот, проведя пальцем, подклеить. Если вдруг кажется, что сейчас что-то оторвется. Но в течение моей работы пока ничего не оторвалось, поэтому ничего не могу сказать. Это, пожалуй, все о моем первом отчете. Второй отчет будет полный отшив. И третий отчет – это уже будет сама прикладная вышивка. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю прекрасного рукодельного настроения. И всем пока!